Всем огромнейший привет! Давно меня попросили сделать первый взгляд на эту игру, на Клертрон. Я, к сожалению, совсем как-то под это подзабыл. Подзабыл тупо. Ну и что ж, я думаю, вот время пришло. Давай это сделаем. Поехали, плей. Так, а что тут вообще нужно делать? Там. Нахля. Ладно, я понял. У нас вообще темный экран стал. Почему у нас темный экран? А, у нас пошла заново. Ладно, плей. Не понимаю ее. А, мы уже выбрали типа, да? Или как там? Пошло что-то типа Майами, да? Путлайна. Это типчик наш, который патроны, пришли нам собирает или что, я не понял. У меня кончились патроны, кстати. Слышь, братим, патроны дай. Вот так сейчас вальну, блин, патроны дай! На-на! Козлина. Ой! Еще хп, кстати, довольно-таки много. Вроде как, да? 12 у меня есть. Мы можем уйти дальше. Смотрите, мы выбираем персонажа. У него какой-то, видимо, у каждого персонажа какие-то специальные возможности. И мы тупо идем проходить ими. Патрончики. Че это, блин, за личинка, блин? О! Я нафиг. Йо. Ух, йо! Ну, у меня лоу хп, я вижу. О! Что это? Это арбалет? Это лазер, что ли? Я еще убиваю. Вот это прикольная вещь. Я хочу ружо. Ружо наше все. Дробаш. Да, у меня патроны кончились. Вот спойти арбалет брать. Лазерное наведение. Ой-ё! Нихрена себе это было. Я подумал, что меня сейчас взорвет. В принципе, игрушка-то прикольная. Смотрите, можно побегать. Не знаю, как будем играть или нет, но пока, в принципе, она прикольна. Level up, select mutation. Нам дали какую-то вещь. Йо! Слышь, вас это много чего. Ну, патроны кончились. Блин, так нечестно, у меня тупо кончились патроны. Непонятно, где начали-то, ёперный театр. Ну что, у нас так жизни мало. У нас был апгрейд на жизни, что ли, ребят?
Так. Меня, конечно, ну бас! Будут тупить в этой игре дико. Левелап, а что мне этот левелап дает? Я пока что не увидел ничего такого, чтобы он мне дал. Может быть, как-то можно... Может быть, управление надо было посмотреть перед игрой. Я вроде смотрел. Я просто... Представил ее. Ночью записываю уже с утра. А куда нам тупо идти-то? Мы же всех вальнули. Где там дырка-то дальше? Йоу. Пипец. Так, level up. Мы получаем вот эту хрень. Устволочка, да, что ли, у нас сейчас? Или это автомат вообще? Давайте с ним пока побегаем. Если что, там патронов будет не хватать, вернемся на прошлую. Блин, ну игра прикольная. Игра реально прикольная. Что-то напоминает, опять же, Hotline Miami. Которая мне понравилась. Хоть я там и плевался. Некоторые серии. Тихо. Что у нас с патронами? 189. На эту хрень по 189 у нас патронов. Если я не ошибаюсь. Ну, значит, я менять ее не собираюсь. Я лучше с этой хренью буду бегать. С патронов до хрена. Есть крафт какой-то, блин. А, не-не-не. Я пока буду бегать с этой штукой, у которой до хрена патронов. На которую, вернее, у меня до хрена патронов. Потом уже мы там, блин, с вами пообщаемся. Ну что? Юг перный стоит. Ой, живучая тварь. Это не босс, что ли, блин, первый. Походу босс был, да? Мы его завалили, левел еще схватили. Блин. Йо. Давайте вверх сходим. Сначала тут зачистимся. Понятно. Ух, йо! Тихо. Уклоняемся, как Нео. Лоу хп, да я вижу, что лоу хп, блин. Да кстати, от этих гадов-то уклониться, блин. Ну хотя нет, на самом деле не так сложно. Просто как всегда поспешил. Ой, там хп. Фак, тихо. Хп пропадет. Блин. Фак. Я так и думал, что пропадет. Мы не подняли хп-шку. У нас, блин! Ну это я, конечно, затупил. А может, давайте попробуем за кого-нибудь еще поиграть? Это же можно выбрать, смотрите. Цыпленка, например, да? С мечом. Почему бы и нет? Б-скин. А, скины у нас такие только, да? Как поехать дальше? Ну, я хочу играть. Эй, би, ну. Как я играл-то, блин? Рандом. Ну. Я не могу зацеплёнок, что ли, сыграть? За него могу, тоже не могу. Ну, похоже, дело.
Тут не очень понятно, что написано, честно говоря. За кого мы были-то? За кого мы бегали? Вот за этого, да, типчика? Голден револьвер, блин. Как я за него... Как я играть-то за него поехал? Вот это, блин, пипец. Ладно, давайте попробуем за цыпленку реальную. Chicken Sword. Карту килл. Может быть, куда-то пойти надо? И... Chicken Sword. Это выход, я туплю. Я хочу за цыпленка, короче, давайте, все. Вот, цыпленок выбран, да? Поехали. Куда там надо там, блин, войти в эту хрень. Да выбрал я уже все. Не то. Не то. Не то это. Это тоже не то. Блин, еще раз нажать на нее надо было. Вот это, блин, я нубас. Консумир, блин. Цыплок всех зарежет, всех зарубит. Меч это, блин, меч. Да вам не хухры-мухры. Самурайский меч, блин. Наверное, я все-таки патроны возьму. Или ключ. Нет, а я, наверное, все-таки автомат возьму. Так, тут кактус, ничего нет. Блин, игра прикольная. Я думаю, что я в нее поиграю. Макс ХП, мили рейндж, стрэнджер атак повер и файн. Ну, я как нубас, поэтому я возьму ХП. По идее, надо было, наверное, там повер атак брать. Мили. Бегать с мечом, да. Но я нубас, поэтому я возьму ХП. Слишком много патронов трачу. Это как много. У меня скоро кончится нахрен, если я буду как их тратить. Опа! Завалили жука какого-то. Так это что у нас? Ха, прикольно, тихо-тихо, жизнь, жизнь, жизнь. Тут эта вот вещь классная, блин, но только у нее патронов мало очень. Поэтому я беру, наверное, автомат. У него тупо патронов больше. Так, заходим, выходим, блин, Рэмбо, ёпара СТ. У меня собака сдохнет в любом случае. Хорошо, что мне жизни дали. Я что-то как-то, блин, рьяно слишком на него побежал. А еще у меня патронов нихера нету. Видимо, тут дают патроны, а не на автомат. Булет. Патрончики. Можно взять вот эту штучку, да? Так, во время левела, во время прохождения уровня левела повышать нельзя, к сожалению, я так понимаю. Ну ладно. Если это можно, схреначить можно. К смыслу это немного, да?
патроны лишние тратите, за нами какой-то шлейф, блин. Да не все. Мне нравится этот пулемет. УЗИшка, наверное, что-то типа этого аналог. Так. Трон. Вот тут вот. Ёпта, все такая. Анализация. Злобными мышами. Реально злобными. Я не шучу, мыши реально злобные. Ну потом я сейчас кончится нахрен. А могу как-то оружие менять, да. Так, надо было с самого начала менять, блин, понять, что на мышку, блин, смена оружия. На колесико. А не тупить, как последняя, блин. Убью. Так, я хочу это. Ага, у меня выбор, смотрите, из двух оружия есть теперь, да? Chicken Sword я не могу взять. Ладно. Жаль, конечно. Но я хочу Chicken Sword взять. Идит, круто. Если а с какого мы начнем? С первого, да? Начинаем мы, естественно, с первого уровня. Я думаю, может быть, вдруг с этой канализации начнем. Было маленькая надежда, знаете. Да ёпарса, не надо подставляться под выстрел непонятно чего. А я под них подставляюсь. А чё это такое у нас? Патрончики, да? Не-не, туда затягивает черная дыра, блин. Не, естественно, дубинал. Я уже на первом уровне опять потерял 3 хп, блин. Это пипец. Нельзя на первом уровне столько терять хп. А нет, вообще. Это было круто. Ну что ж, у нас такой сумбурный первый взгляд. Говорю точно, что в эту игру я поиграю. Вот, уже более сосредоточенно. Вот, первый взгляд мне понравился. Игра прикольная такая, знаете. Ненапряженная, веселая. Ну хотя как ненапряженная. Для меня она будет в любом случае сложная, потому что ну бас и так далее. Вот, на ней на геймпаде играть нельзя, к сожалению. Ну или я не понял как. Вот, с вами был Айс, большое спасибо всем, кто смотрел этот первый взгляд, и ждите новых серий по этой игре. Не знаю, пройду ли я ее, потому что, опять же, ну вас, ну, поиграю точно. Всем пока-пока.